Сегодня Винденбург проснулся в новой реальности. И реальность эта была куда страшнее любого кошмарного сна. Недавние события нарушили привычный уклад жизни и навсегда изменили ее течение. Кладбища опустели, и орды восставших мертвецов, покинув склепы и могилы, ворвались на улицы города. Людей обуяла паника, но скрыться от этого ужаса было негде. Тревожные новости поступают из центра Винденбурга. На горожан нападают на улицах посреди дня. Центральная площадь превратилась в хаос. В районе развалин в настоящее время небезопасно. Поместье фон Хонт-Эстейт окружено. В нем укрылись люди, но они не выходят на связь уже несколько часов. За некоторое время до этого поступило сообщение, что исторические фигуры леди Мимси и сэр Бернард, которые проживали в этом поместье несколько столетий назад, вдруг восстали из своих могил. Люди говорят, что мертвые вернулись с того света. Нет, это невозможно. Оживших мертвецов не существует. Оживших мертвецов не существует. Это все чушь собачья. Мы призываем вас остаться дома, не выходить на улицу и следить за новостями. Закройте двери, запритесь дома. Это начало апокалипсиса. И пока люди спорили друг с другом о том, что происходит, мертвецы продвигались все дальше и дальше. Совсем скоро Винденбург падет. Что же тогда будет с миром? Похоже, это действительно начало апокалипсиса. В Глимербруке дела обстояли получше. И, выражаясь языком новостных телеканалов, стабильнее, чем в Винденбурге. Этот городок намного меньше, и кладбище здесь было лишь одно – а покойники, преданные его земле, были настолько стары, что давно превратились в прах. Тех же, кто все-таки сумел выбраться из холодной земли, вернули на тот свет сами горожане. Город сплотился как никогда и имел шанс противостоять злу. Правда, новости из Винденбурга не внушали оптимизма. Ранним утром Винс отправился в церковь Святого Мортимера на церемонию прощания с мистером и миссис Бишоп. Как жаль! Мистер Бишоп, узнав о смерти жены, не смог пережить горе. Винс надеялся, что хотя бы в другом мире они обретут покой. Никто, кроме Винса, не пришел попрощаться с семейной четой. Все-таки горожане побаивались покидать свои дома и уж тем более посещать кладбище, даже несмотря на героизм, который они проявили в борьбе со злом. А может быть, как раз поэтому. Поэтому Винс тут был один, не считая святого отца, говорившего об утрате телесной оболочки и обретении внеземного счастья. Мистер и миссис Бишоп захоронили в склепе, там же, где была похоронена сестра миссис Бишоп Оливия. Кстати, ее тело так и не нашли. Может быть, в этот самый момент она бродит где-то в лесах Глимербрука, высматривая добычу среди деревьев. После церемонии святой отец поделился с Винсом любопытными подробностями. Оказывается, подобный случай, когда мертвецы вдруг ожили, не единичный в истории Глимербрука. Такое уже случалось прежде, когда некая Агнесса, состоявшая в черном культе, с помощью некромантии вернула свою умершую дочь. Но ее вычислила Инквизиция и предала огню. Об этом он прочел в старых записях отца Эдмунда, что до сих пор хранятся в храме. Уму непостижимо, что эта история повторяется вновь, вот только теперь ее масштабы более велики. Винс не стал упоминать, что он тоже читал эти записи священника. Причем читал их здесь же, в церкви святого Мортимера, правда, было это несколько столетий назад. Ни к чему об этом знать святому отцу. Но Винс упомянул о народе амисканцев, чьи реликвии способны отпугивать от жилищ злых духов. По крайней мере, об этом говорят мифы. В скором времени он отправится в Сильвадораду на поиск таких артефактов и обязательно поделится ими с жителями Глимербрука. Святой отец ответил, что был бы благодарен за такой бескорыстный жест. Винс отправился домой. Come on.
Всем большой привет, дорогие друзья. Привет, я Лёша. А я Стас, и мы продолжаем наш челлендж «Заброшенный дом», и наконец-то мы снова приступили к строительству. И для начала, пользуясь случаем, хотим напомнить, что у нас появилась страничка на Boosty, куда мы дублируем все видео, выходящие на канале, с бесплатным доступом, кстати. Так что, если видео на YouTube у вас плохо грузится, приглашаем к нам на Boosty. Ссылка здесь находится в описании к этому видео, и QR-код вот он на экране. Также у нас есть телеграм-канал, где мы делимся нашими планами по поводу выхода следующих серий, устраиваем опросы, ну и просто общаемся. Так что присоединяйтесь к нам, ссылка на телеграм-канал тоже находится в описании к этому видео, а на экране вот QR-код. Ждем вас! Ну что ж, Вин с самого утра посетил похороны мистера и миссис Бишоп. Очень жаль, что так получилось, мистер Бишоп все-таки не смог пережить горе и не смог дальше жить без своей жены. Да, очень жаль. Ну а поскольку Винс стал в некоторой степени даже немного причастным к этой семье, он решил вот сходить и проститься с ними. Тем временем у нас в Винденбурге назревает апокалипсис. Ну оно и понятно, леди Агнесса бросила клич, подняла мертвых, и вот эта волна ее силы докатилась аж до самого Винденбурга. А город этот раза в три, наверное, больше, чем Глиммербрук, где Винс живет. Ну и кладбищ там больше. Да, и захоронений тоже. И если в Глиммербруке с несколькими ожившими мертвецами сумели справиться сами жители, то в Винденбурге с большой толпой, ну это вряд ли, конечно. И вот мы сами задаемся вопросом, что же будет, когда мертвецы прорвутся дальше? Чего ждать? Вдруг вся эта армия мертвых дойдет сюда? Поэтому нужно срочно ехать в Сильвадораду на поиски артефактов. Так что сегодня мы с Винсом обязательно должны достичь 5-го уровня в навыке ясновидения, потому что затем, когда он найдет реликвию, с помощью которой можно закрыть врата в мир темных сил, ему нужно иметь этот навык уже развитым полностью, чтобы провести обряд. В общем, Винс снова стал человеком. Если помните, в прошлой серии он после занятий ясновидением превратился в призрака. И вот это состояние, ну, оно длилось недолго. Но зато он успел пообщаться с Гидрой в этом образе. Так что да, были и преимущества такого состояния. А утром мы собрали еще урожай растений, продали его, и в общем у нас теперь получилось 22 317 семелёнов. Да-да-дам! В общем, разгуляться есть где, так что мы с Винсом решили все-таки заняться ремонтом. Итак, Винс расчистил 2 коридора на первом этаже, коридор на втором этаже и даже добрался до чердака. Там он тоже расчистил от мусора несколько комнат. А еще мы убрали мусор на территории перед домом и даже начали немножечко ее облагораживать. И после этого у Винса осталось... лишь 1228 семелёнов, вот так вот. Да, практически все семелёны у нас ушли только на уборку хлама, а нам нужно еще оставить деньги все-таки на поездку в Сильвадораду. А, ну еще можно похвастаться тем, что Винс расчистил еще и вот такую комнату, откуда ведет тайная потайная дверь на чердак. И пока мы еще не придумали, что здесь можно разместить, но посмотрим, дальше будет видно. Растения, которые находились у Винса на кухне, мы переместили на чердак и установили тут стеклянную крышу. Тут вот мы решили, что у Винса будет располагаться небольшая оранжерея. В общем, леди Агнесса будет в ужасе, когда увидит эти цветы перед домом и эту стеклянную крышу на чердаке. Точно, да, это точно. Ну что ж, будем начинать? Ну, поехали. Винс вернулся с панихидой, с церкви Святого Мортимера. И я думаю, самое время заняться делами, потому что у нас поджимают сроки. Нам надо срочно отправляться в Сильвадораду искать вот это вот тайное сокровище. Древности, и, да, чтобы конечно. Его им воспользоваться, нужно развить все-таки вот этот навык ясновидения. Да. Посмотрите, что у нас выходит. Вот, в общем, мы расчистили коридоры, и самая потрясающая новость состоит в том, что теперь Винса не будет доставать крыса, к которой он постоянно возвращался, чтобы проведать. Я даже не знаю, можно ли назвать это потрясающей хорошей новостью. Как же теперь Винс-то будет без этой крысы? И вот что у нас на чердаке. А вообще дом потрясающе преобразился. Ну, не узнать. И, кстати, по правилам челленджа, можно же уже считать, что мы расчистили больше половины дома, правильно? Потому что у нас не расчищенными остаются вот только несколько комнат на чердаке, библиотека, и стол, ну, вот такое помещение, где мы устроим все-таки столовую. Крысы здесь все еще бегают. Ну, половина дома так уж точно, я думаю, мы убрали. Так что я тоже думаю, что можно считать, что мы убрали больше половины дома, поэтому, в принципе, теперь к Винсу может сюда кто-то переехать. Да кто же сюда может переехать-то, кроме, не знаю, леди Агнессы?
Хотя чего ей переезжать? Она и так тут где-то постоянно находится. Нет, ну а мало ли, может быть, у Винса возникнут романтические чувства, например, к Агате или к Анжеле. Поэтому... Или вот к Лидии, она же Катрина. Она вот говорит, например, что в коктейль-бар зашел кто-то известный. Может быть, мы с Винс с тобой туда заглянем. Да, знаем мы уже твои фокусы. И я там вот тебя съем. Кто-то известный туда зашел. Интересно, кто? Может быть, леди Агнеса туда зашла? Ну вот, мало ли, к Винсу сюда, правда, сможет кто-то переехать и уже, собственно, помогать ему в дальнейшей расчистке этого дома. Знаешь, прежде всего я предлагаю, чтобы ему помог, знаешь, кто в расчистке дома? Моя любимая Скилли Хильда. Да, давай, правда, ее сейчас вызовем, потому что нам все равно нужно развивать будет навык ясновидения. Но для начала я предлагаю Винсу все-таки немножко перекусить. Интересно, у него из еды тут что-нибудь вообще осталось? Нету ничего. Петрушка есть. Поэтому придется готовить. Но даже для готовки у Винса есть особый наряд. Как у шеф-повара. На все случаи жизни Винс очень предусмотрителен в плане своего гардероба. Так что, знаешь, ему можно позавидовать. На каждый случай жизни действительно есть костюм, причем уместный. Пожалуй. Иногда перебор, но... И, конечно, Винсу нравится кулинария. По-другому мы выбрать не можем, потому что Винсу все-таки нужно еще развивать Винсу дальнейший нужны навык. Все навыки, мне кажется, этой жизни. Вот просто но все. Кулинарию-то мы развили, получается, да, потому что мы кухню смогли расчистить. Но теперь нам нужно развивать еще изысканную кулинарию, чтобы Винс смог из соседней комнаты сделать столовую. А навык ясновидения у нас находится на 4-м уровне, завершено 60%. Но значит, нам нужно совсем немножечко-то, по сути. Немножко, да. Поэтому сейчас мы этим займемся. Ну, я думаю, действительно, мы вызовем тогда Скилли Хильду, пусть она тут занимается пока домашними делами, может быть, здесь есть в доме что еще помыть, убрать. Да в целом-то можно найти, я думаю. И с Винсом дальше будем развивать этот навык. Сегодня нам нужно его завершить, чтобы уже, наверное, в следующей серии, да, мы поедем в Сильводорадо. Ну, посмотрим, как это будет у Винса происходить все. И посмотри, какой у нас Винс вдохновленный. Ему нравится все-таки использование воды на участке без удобств. Что же тут может нравиться? Что в этом хорошего? Не могу понять Винса. Ну, вот такое вот у него странное настроение сегодня. С другой стороны, все события, которые с ним происходят последние несколько дней, недель, наверное, они повлияли как-то на его мировосприятие. И теперь простые, самые простые вещи, вот такие вот простая жизнь ему уже кажется прекрасным событием. Вот это я могу понять, да. Это же спокойствие, гармония, единение с природой. Потихоньку сходит с ума. Или так, да. Потому что теперь он стал очень счастливым. Так, вот она, наша барышня. Поэтому иди пока убирайся, для тебя тут работа тоже найдется. Винс уже как раз подготовил одно местечко, которое можно почистить. А мы, что там у нас с уровнем? Мы продвинулись? Так, а Винс начинает тут узнавать пока о спиритической враждебности здесь, в доме. Да, он немножко продвинулся, уже 71%, прям немножко осталось. Только единственное, вот от этих всех ритуалов, которые он проводит за столом ясновидения, у него бодрость очень сильно уменьшается. То есть ему после этого нужно восстанавливать силы, спать. Ну ничего, поспит немножко. Мне кажется, даже днем здесь безопаснее спать, чем ночью. А я не пойму, почему красавица все стоит. Иди, Скилли Хильда. Винс ощущает присутствие очень рассерженных потусторонних сил. У Винса очень сильно падает бодрость, когда он проводит этот ритуал, но у нас осталось прям совсем-совсем чуть-чуть, 96%. Я надеюсь, нам хватит просто вот буквально еще чуть-чуть и... Завеса между мирами стала толще. Отлично. Хорошо, Винс... конечно, да только мы не добрались до 5-го уровня, а он уже весь уставший. Давай, Винс, прям совсем чуть-чуть осталось. Капелечку, и будет уже капелечку, прям... и пойдем спать. Конечный уровень. Все, наконец-то. Достигнут 5-й уровень в навыке ясновидения. Теперь Винс с чистой совестью может ехать в Сильводорадо искать ту самую реликвию, с помощью которой провести ритуал. Я бы сказал, что он с чистой совестью может пойти и отдохнуть. О! Ух ты, вот это да! Что здесь происходит? Скилли Хильда, кажется, кажется, они нашли друг друга. Кавалера себе нашла.
Какое у него кокетливое настроение. Ты посмотри-ка. А он стоит и смотрит. Ну что ж, Винс немножко выспался. Теперь мы убираем отсюда все эти паранормальные предметы. Это нечисть. И у Винса, кстати, очень много в багаже семьи теперь стало предметов, потому что когда мы расчищали дом, мы же их не продавали, а складывали в багаж. Поэтому их, в принципе, сейчас можно все переработать. И, насколько я помню, мы уже на переработку отправляли некоторые предметы, и на этом неплохо так, кстати, заработали. Да, я надеюсь, что и сейчас Винс тоже заработает. Вот она, мышиная нора в стене. Отправляем на переработку. Аж целых 5 штук, да, мы их не продали, мы их оставили у себя. Ну, сейчас посмотрим, сколько симолеонов Винс сможет выручить. Итак, смотрим. 844 симолеона у нас сейчас. А на переработку мы отправили, ну, достаточно много всего. Очень много предметов, потому что на чердаке их было прям достаточное такое количество. То, что мы разобрали там этот весь хлам. 11 тысяч симолеонов, отлично, потому что Винсу нужны еще симолеоны, чтобы поехать в Сильвадораду. Слушай, ну мне понравилось. Это вообще потрясающе. И, кстати, теперь нам, может быть, посоздавать какие-то предметы, которые можно было бы... А можно какие-то и не только посоздавать, но и какие-то убрать, например. Да, предметы, которые можно было бы дарить тогда призракам, которые здесь летают, чтобы их задабривать, и посмотреть, каким образом это все-таки работает. Тем более Винс не просто так устроился у нас на работу паранормальным сыщиком. Сначала мы задобрим призраков, а потом избавимся от них. Можно, кстати, на столярном верстаке тоже создавать какие-то скульптуры. Может быть, еще Винсу купить специальный станок для создания свечей? Их же тоже можно духом дарить. Ну, кстати, мне кажется, что свечи могут прийтись по вкусу духом. Ну, да, давай тоже купим. Какая-то такая мистическая атрибутика. Тем более, посмотри, у нас 12 тысяч. Мы можем все равно купить жалко. Все, что угодно. Сколько вот стоит такой стол? Наверное, 7 миллионов 500-800 тысяч. Сколько он? Он стоит 550. Ну, можем себе позволить? Можем. Ну, можем. Ладно. Ну вот, отлично. Теперь у нас есть стол для создания свечей. И, между прочим, у Винса еще и жизненная цель потихонечку выполняется. Смотри-ка, он хочет владеть домом стоимостью 200 тысяч симолеонов, а сейчас он стоит у нас дом 138 тысяч. Ну, еще немножко поработать над домом, обзавестись антиквариатом каким-нибудь, и все 200 будет стоить так уж точно. Кстати, на месте Винса, узнав цену этого дома, 138 тысяч симолеонов, я бы его, наверное, лучше продал и уехал бы отсюда быстрее. Раз он действительно на рынке стоит 138 тысяч симолеонов, Винс мог бы себе вообще неплохое поместье купить. О, Гидри, привет. Итак, Винс сделал несколько свечей и сделал несколько... Тыковок. Да, тыковок. Поэтому сейчас мы попробуем предложить духу, который уже здесь появился, ну, какое-нибудь подношение. Интересно. Сейчас посмотрим, как он отреагирует. Ему понравилось. Темперанция появилась прямо возле Винса. А подношение, кстати, духу понравилось. И посмотри-ка, он оставил здесь потусторонний воск. Можно положить его тогда в багаж. Слушай, давай-ка мы ее жизнерадостно поприветствуем. Что она такая вся разъяренная вечно? И поболтаем с ней, немножко посплетничаем. Может быть, у нее можно спросить о карьере. Или про свою наврать карьеру. Или про свою наврать, там, да. Душевный разговор с ней там немножко провести и рассказать ей грустную историю. Или можно спросить, является ли она русалкой. Посмотри-ка, они даже на качели сели. Посмотри, темперанция, оглянись вокруг. Здесь очень красиво. Посмотри, как прекрасен природа. Мир. Да. Почему ты такая злая? И вы посмотрите, Винс подружился с темперанцией. Теперь она его подруга. Если хочется поплакаться в жилетку, друг всегда друг рядом. Друг всегда рядом, отличный друг. Темперанция. Слушай, ну... Друзей не выбирают, как говорится. Так что, ну, вот темперанция, да. Такая у нас будет приятельница. Что в этом плохого? Для такого дома это даже нормально. А можно ее попытаться успокоить? Винс же теперь ее друг. Вся на эмоциях. Посмотри-ка, Винс ее все-таки немножко подуспокоил. Да?
Может быть, она даже цвет изменит? Нет, цвет она все-таки не меняет. Но она была разъяренная, теперь она стала очень сердитая. Ну ладно, уже прям совсем глубокая ночь, практически утро, Винсу нужно ложиться спать. Винс, что происходит? Почему в таком виде? Кажется, на него повлияло общение с Темперанцией. Вот это знаешь, то, что мы говорили? Что происходит? Я не понимаю. Винс, ты объяснишь свое поведение это или вот, нет? Это вот мы как вот говорили с утра, то, что он немножко мог спятить. Вероятно, вот оно. Это вот произошло. Оно произошло. По телевизору передавали тревожные новости из Винденбурга. Жители города перестали выходить на связь, и что там творится сейчас, доподлинно неизвестно. Но Агате Стюарт было не до этого. Она на чердаке разбирала фамильные вещи и просматривала старые записи своей семьи. И вот в пыльных коробках она нашла записки своей прапрабабушки Элизы Стюарт. Это была очередная часть ее дневника. Мы переключились на Агату, и в этот самый момент она находится на чердаке в своем доме, где она тут занималась раскопками среди старых-старых вещей, и все-таки отыскала еще одну часть дневника своей прапрапрапрабабушки Элизы Стюарт. Ну, тогда не стоит медлить, и надо посмотреть, что же писала бабушка. Давай прочтем. Мемуары Элизы Стюарт. Я никогда не бывала в Сильвадораде. Знания об этом тропическом крае с непроходимыми джунглями, острой пищей и амесканской культурой я почерпнула лишь из книг. Однажды мне довелось приобрести у продавца редкостей старинный артефакт, с которым я отправилась в Глиммербрук, в тот страшный пансион, и сумела сразиться с демоном в нем живущим. Что с ним стало, с артефактом этим, я не знаю. Однако после поездки в Глиммербрук я углубилась в исследование. Мне важно было понять, каким образом амесканские реликвии могут воздействовать на злых духов. В своих исследованиях я обнаружила удивительные мифы, в которых говорилось о древнем амесканском демоне, нареченном Дрота, что в переводе с амесканского означает «боль». Амесканцы верили, что в тот момент, когда человек испытывал боль, его навещал демон Дрота. В древности люди часто испытывали боль, даже в обыденной жизни. Стоило порезать палец, занимаясь садоводством, или получить раны от нападения дикого зверя, сразу появлялся Дрота. Самым излюбленным лакомством демона боли являлись роженицы. Он всегда находился рядом, когда на свет появлялась новая жизнь. С такими представлениями древних людей можно заключить, что Дрота сопровождал их всю жизнь. Однако самое интересное в том, что амесканцы научились отгораживаться от демона и в итоге освоили удивительное искусство, с которым не чувствовали боли вовсе. Разумеется, это достигалось с помощью множества духовных практик с использованием трав, благовоний и старинных реликвий. Старые вещи таят историю, а некоторые из них – чудовищную силу. Поэтому амесканцы применяли их в своих практиках. Не знаю, что это, сила убеждения, а может, великая вера в чудодейственные свойства артефактов, но благодаря им амесканцы сумели изгнать из своей жизни демона Дрота. К сожалению, большинство таких реликвий утеряно. Легенды повествуют о некой амесканской царице по имени Амина, которая была хранителем огромного количества сокровищ. В исторических хрониках указано, что она являлась самой некрасивой женщиной на свете и ненавидела свое уродство до такой степени, что наказывала каждого, кто шептался за ее спиной. Полюбив однажды хитрого незнакомца, она возвала к богам, и те даровали ей красоту, но предупредили, что если избранник не полюбит ее, дух Амины будет проклят. Воспользовавшись слабостью царицы, хитрец похитил все сокровища и скрылся. Однако стражники поймали его и казнили по приказу царицы, а она распорядилась уничтожить все реликвии, что принесли ей так много горя. Сокровища бросили в реку и закопали в джунглях. Теперь отыскать их непросто. Но те, что были найдены, навсегда запечатаны в древнем храме, полном ловушек. Стоит он в самом сердце джунглей, и лишь самые отважные путешественники смогут найти к нему путь. В одной из книг я прочла, что путь к храму можно отыскать через развалины Дрота. Но кто решится войти в эти развалины, зная, что они именованы в честь амесканского демона? Ну что ж, вот такая часть дневника Элизы Стюарт. Ну, кстати, в предыдущей части своего дневника она уже писала, что занялась исследованиями вот этих древностей и редкостей, которые способны изгнать злых духов. Ну, вот, собственно, новая часть. Благодаря этому дневнику, этой части записи, мы все-таки становимся ближе к разгадке, к пониманию, как вот можно избавиться от этого вот проклятия, нависшего над домом
теперь понимаем суть, почему нам надо ехать в Сильвадораду искать эти реликвии. Ну, Агата тогда должна срочно сообщить об этом Винсу. Ну, поехать, наверное, она к нему не сможет, но хотя бы позвонить ему по телефону. Просто позвонить ему тогда и поговорить с ним, сообщить ему о своих находках, которые вот Агата откопала здесь на чердаке. И пусть уж он сам думает, что с этим делать, с этими знаниями. Да. Хотя да, понятно, что он предпримет. Естественно, надо ехать в Сильвадораду. Надо ехать в Сильвадораду. Ну, хотя, в принципе, Агата, может быть, могла бы к нему съездить. Все-таки до Эвергрин-Харбора, где она живет, мертвецы вряд ли доберутся, потому что это такой портовый город, который отделен от остального мира водой, а с морем. Другой стороны, путешествовать, знаешь ли, тоже сейчас время неспокойное. Ну, в принципе, да. Но, тем не менее, Агата сообщила Винсу о своей находке. Она рассказала, что... Рассказала суть дневника своей бабушки Элизы Стюарт. Поэтому давай тогда снова возвращаться к Винсу. Теперь он знает, что ему нужно делать, а надо ехать в Сильвадораду. А Винсу, между прочим, уже пришли счета. Ну, здрасте, приехали. Только я порадовался тому, что у нас есть в копилке 12 тысяч миллионов, и тут уже нам надо прощаться с почти 3 тысячами. Ну, счет-то небольшой, да. 2 500. Счет небольшой. Я считаю, большой. 2 500 всего лишь. Ну, у Винса есть 12 тысяч миллионов, к тому же. Утром мы собрали поспевший урожай, у Винса выросли розы, выросла стрелиция, поэтому их мы тоже можем продать. Может быть, попозже продадим, когда еще наберутся какие-нибудь новые поспевшие фрукты и выросшие цветы, и тогда будет сумма более весомая. И эмоции тогда будут более яркими. Кстати, я предлагаю Винсу посадить еще несколько кустов фрукта с иголками, потому что, в принципе, он стоит-то недешево, 247 миллионов, поэтому надо, наверное, посадить еще. У нас 2 кустика есть. Ну, уход за ним, конечно, нужен. Не такой он прям, чтобы, знаешь, активно рос, но да. А сколько мы посадим? Ну, давай посадим 4. У нас там 2 растет и еще... И будет 6 тогда, да? Да, да. А давай, наверное, все посадим. Ну, это прям у нас какая-то получится пустыня с кактусами. Ну, хорошо, давай попробуем. Ну, зато они стоят дорого. И нам нужно купить тогда необходимые предметы для путешествия в Сильвадораду. А что там нам нужно? Ну, обязательно Винсу нужна палатка. Ну, и холодильник. Холодильник, кстати, у Винса есть. Вот переносной холодильник. Ну, смотрите, что случилось. Стол робототехника. В него ударила молния. Ну, это просто ужасно. Тем более, он стоит дорого. Теперь он стоит 0 миллионов. Ну, конечно, не очень хорошее известие. Я вот просто сижу с лицом лица. Я даже не нашелся, что сказать. Итак, ладно. Нам нужен переносной холодильник. Он у Винса, слава богу, был. Нам теперь нужна также палатка. Ее мы берем с собой в путешествие. И, может быть, возьмем какой-нибудь переносной костер, чтобы Винс смог тоже разжечь костер в джунглях. Да, 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 вот это пригодится совершенно точно. А какие-то нужные штуки по типу спрея от насекомых или мачете, что там еще может нам в дороге да, пригодиться, это, мы тогда это уже на месте можно купить. Тогда мы берем с собой палатку, костер, переносной холодильник. Ну что делать, восстанавливаем. Вот так вот, еще... 1100. Кошмар, просто 7 миллионов. И плюс ко всему Винсу надо выйти из дома, потому что дома у него телефон не работает. Надо оплатить счета. Сейчас еще 2000 потратим. Не 2000, больше. Ну, больше, да. 2500. Вот, ну, вот так таким вот было образом, 12 тысяч с чем-то, а теперь 7. Уже 7. О, наконец-то. Наконец-то у нас поспел впервые драконий фрукт. О, это хорошо. Может быть, нам тоже его посадить надо? Да, 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 продавать точно не хочется, потому что такая диковинка, редкость, еще и дорогая. Так что я бы не продавал плоды. Я да, бы еще давай посадил. Его посадим. Угу. Итак, пришлось нам убрать из этой комнатки книжный шкаф, который здесь стоял. Поэтому Винс сейчас сажает драконий фрукт. Ну, будем надеяться, что он тоже будет приносить Винсу все-таки доход. Кстати, давай заглянем в жизненные цели. На секундочку. А дом у нас уже... 149 тысяч. Подорожал. Стоит. Был, по-моему, 138. 138, да. Да.
Несмотря на то, что на улице идет дождь, нам все-таки нужно посадить фрукты с иголками, потому что они все-таки приносят неплохой доход. Здесь звонит Бесс Стерлинг. Слушай, у меня отличная идея для бизнеса, отличнейшая, но это мне не хватает 1000 симлеонов. Вроде бы, если мы ей одолжим 1000 симлеонов, она потом должна дать нам сколько? 25, что ли? Да, я не помню. Ладно, одолжим ей 1000 симлеонов. Спасибо, Винс, на тебя всегда можно рассчитывать. Вот так мы теперь у Винса в багаже осталось 6 тысяч. Еще меньше. Знаешь, сгорел сарай, гори и хата. В общем, завтра, наверное, да, завтра Винс с самого утра уезжает в Сильвадорадо. Я думаю, Винсу нужно с собой взять также и Агату Стюарт. Во-первых, это дополнительные руки, которые тоже смогут раскапывать. Да и вместе веселее. Да, делать раскопки и находить, собственно, эти реликвии, эти артефакты. Плюс ко всему, Агата, наверное, сама бы и захотела поехать, потому что... Я думаю, что она теперь заинтересована лицо, так да, уж точно. Да, завершить историю своей бабушки, которая боролась с этим чудовищем, живущим в пансионе. Так, ну а Винсу пора сейчас идти создавать еще какие-то предметы, может быть, как раз-таки на столярном верстаке, на столярном столе, чтобы он тоже развивал свой навык механики. Механика нам обязательно нужна. Именно с механикой Винс сможет сюда провести канализацию в этот дом, поэтому это нам нужно сделать. И подключить воду. Очень бы этого хотелось, поэтому да, я думаю, что вот это вот в приоритете у нас. Так что до вечера еще время есть, надо немножко поработать. А потом с чистой совестью лечь спать. Винс, конечно, сильно утомился, делая все эти предметы на столярном столе, поэтому Винс отправляется спать. Но у него и бодрость-то была небольшой, так что потрудился, ну, да, он прям потому что на совесть. Предыдущей ночью он там с темперанцией занимался улучшением отношений, поэтому Винс ложится спать, а мы сейчас навестим Анжелу, потому что сейчас наступила ночь, и это ее время, и посмотрим, да, да, как она там поживает. Точно, да. Винденбург опустел, а жители перестали выходить на связь. Голодная толпа отправилась в сторону Глиммербрука, и тишину ночного глиммербрукского леса нарушили голоса мертвых. Никто не знает, что стало с жителями Винденбурга. Связь с городом утеряна. Новостные телеканалы уже нисколько не сомневались, что апокалипсис настал. Мы будем держать вас в курсе событий. Если бы Анжела столкнулась раньше с чем-то подобным, то из этого мог бы получиться отличный сюжет для документального фильма. До того, как попасть в заброшенный девичий пансион, Анжела и ее друг Трэвис побывали не в одном проклятом доме. Они объездили многие места с паранормальной активностью, где занимались съемкой документалок, и показывали своим зрителям, что потустороннее действительно существует. Документальные фильмы о сверхъестественном были для Анжелы увлечением. Конечно, такое увлечение было довольно опасным, но Анжела и Трэвис считали, что риск лишь придавал остроты их авантюрам. Однажды на мистическом форуме Анжела познакомилась с девушкой под ником Катрина.
Та рассказала об одном удивительном месте, где царило древнее зло. Этим местом оказался девичий пансион в Глиммербруке, ученицы которого в одночасье исчезли, и больше их никто не видел. Живыми. Потому что когда там открылись врата в мир темных сил, мертвыми они вернулись обратно. Катрина предлагала провести в заброшенном пансионе несколько дней и поизучать там паранормальную активность. Они встретились с Катриной в Глиммербруке, и она показала им путь к мистическому месту. Анжелу даже не смутило, что этот особняк, как оказалось, приобрел молодой мужчина. Наоборот, она прониклась уважением к этому смельчаку, решившему отреставрировать заброшенное логово, полное призраков. История Винса придала этому месту еще больше шарма. Но в одной из ночей Трэвис погиб, а Анжела стала созданием ночи. С тех пор у нее было множество длинных дней, когда, находясь в подвале, куда не проникали солнечные лучи, она могла вдоволь поразмышлять. Анжела поняла, что Катрина все подстроила. Именно она виновата в смерти Трэвиса и в том, что Анжела никогда больше не увидит солнечный свет. Катрине нужно было кормить чудовище, обитающее в холодных стенах пансиона, поэтому она и привела их в дом. Теперь Анжела хотела мести. В ее голове постоянно шептал голос хозяйки, но она не поддавалась на ее зов. А узнав, что Катрина ведет армию мертвых в Глиммербрук, она решительно отправилась ей навстречу. Не зря месть называют блюдом, которое подают холодным.